Ну, твое впечатление о Германии, о Берлине? Мне очень понравился Берлин. Это очень красивый город. Соревнования мне тоже очень понравились, много впечатлений. Публика очень хорошая. И дисциплина здесь тоже очень хорошая. Отлично. Вот мы сейчас с ребятами спорим, какая установка все-таки лучше, немецкая, вот эта традиционная, либо вот русская, с которой закрываешь мишень. Как тебе самой кажется? Ну, не знаю, оба варианта очень интересные. Здесь не нужно сбивать тарелки и смотреть, считать круги, стрелы. Просто тебе показывают таблички, сколько ты должен бежать, и все. То есть с русским вариантом приходится думать, что ли? Думать, да, надо. Здесь тебе ничего не надо думать, тебе просто все показывают, и все это делаешь. Ясно. Ты шла второй, потом ушла на третье место. Почему скатилась? Стрельба. Стрельба. Все играют в стрельбу.